Всем привет. Ну, основное мы с собакой уже сделали, научили ее двигаться за рукой. Да? Все вы это знаете, все это смотрели уже, замотивировали то, что она хочет получить лакомство. Наша сейчас задача основная – работать постоянно. И критерии повышать небольшими градациями, то есть увеличивать нагрузку, то есть за более качественное исполнение давать собаке лакомство. За более точное исполнение давать лакомство, переходить на вариативность, да, менять руку уже. То есть, ну и сейчас, собственно говоря, и будем это делать. Еще одно очень важное, как бы, правило – это чередовать последовательность команд. То есть заканчивать всегда, начинать с нелюбимых команд, заканчивать любимыми командами. То есть, ну, поехали. Заканчиваем командой «Гуляй». Это очень важная команда для того, чтобы собака не принимала решение о том, что занятие закончено. И заканчиваем всегда на пике азарта короткими сериями. Занимаемся короткими сериями. Это очень важно, чтобы собака запомнила это состояние и хотела в это состояние вернуться.